Никита, вообще я. Как я сказал, всем здорово. Я пришел, не волнуйтесь, не волнуйтесь, я уже пришел. Вообще, все, я включил. Давайте. Я буду с вами говорить. Так, на самом деле все очень легко. Тактику, которую я вам расскажу, достаточно. Так. Ой. Ой-ой-ой-ой. Сейчас. Тактика, в общем, очень легкая на самом деле. Достаточно просто каждый день заходить в магазин, и вы будете получать конфетки эти, кэнди-коины называют их. Так, да. В общем, у меня он уже открыт по прошлому видео. Кстати, давайте сравним, мне хотят. Смотрите, они какие все. А у него есть фроги? Значит, у него есть Big the Cat. Так, да или ну, это я выполнил. Если хотите, я могу сделать и показать вам даже, как же все-таки да или пройти все дни. Так, у меня 310 конфеток. Я их набирал вчера, когда еще получил фейк Metal Sonic. В общем, в ноябре. Да ведь? В общем, через 3 дня будет что-то новое. Нет, стоп. Через 3 дня и 3 дня, 2 часа, 59 минут, 58 секунд. Давайте я куплю трейл Metal Sonic этого нашего. Все. Вот он у меня. Это трейл Наклза, это Соника. У меня уже даже есть трейл Тейлза. Фок, какой-то трейл это. Итак, ну да, как я уже сказал, достаточно просто каждый день заходить в магазин. Но здесь еще есть надписи. Смотрите. Написано, как получить там кэнди-коины. Первое, да или челлендж. Если вы его пройдете, получите 50 монет. Кэнди диспенсер 70. Хэллоуин ивент, он даст вам 75. Я это просто знаю. А так еще ничего не прошел из этого ивента. Так. Ну все, достаточно легко. Просто проходите ивенты и каждый день заходите. Там 4 часа проходят, и вы заходите. Ну вот. Теперь я вам покажу, как же все-таки пройти дайли челлендж. Первый день. Здесь у нас нужно будет крутить. В общем, заходите в Match Madness. Где это у меня Match Madness? Ща, вот. И там
будет написано у вас то, что сколько вы там спинов обязательно вроде надо делать спин колеса фортуны. Сейчас вот зайдем, я вам покажу, как это делать. Давайте. Давай. Во, все, загрузилось. Почти. Давай. Начинаем. Вот у нас Metal Sonic обычный. Вы можете играть за любого персонажа, можете даже самого Metal Sonic выбрать, если он у вас есть. У меня он, конечно, есть. И аккаунт у меня достаточно бедненький, но раньше был получше. Так. Просто бежите, вы должны будете выиграть Metal Sonic. Можете поломать шарики, если у вас такое задание там есть. А оно у вас есть, когда у вас Metal Sonic Match 4.0? Так. Ну, просто бежите. 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 Но это не бежим, это мы по рельсам скользили. Здесь можете перепрыгнуть, а не идти. Так, и здесь льешку нажали. Идем, не торопимся, в принципе. Главное не попадать в лучи, иначе вы... вас отбросят на чекпоинт. Например, сейчас, если я умру, меня отбросят на тот чекпоинт. Так, здесь у нас достаточно трудное, оно очень тягает ваше время. И мое тоже. Просто 250 XP, вот столько XP. Ну и вот, можете собрать колечки. Ну, это не обязательно, но я соберу, ведь мне они нужны у меня. Ну вот. Здесь можно покрутить, там всякое, сделать. Ну и вот так надо сделать несколько раз. Если вам было полезно, то, пожалуйста, напишите в комментариях, поставьте лайк, а заодно и подпишитесь. Всем пока!